Yes, Mr. Chandra. Dandavat. Как чистое сознание действует тригуна материальной природы? My Dandavat to all the devotees present here. My question Ishwara here. Chandra Prabhu. My question is, how three modes, gunas of material nature, can influence the pure consciousness? The Vedas say asango hyayam purusha. Actually, they don't touch the soul. Веды говорят, на самом деле гуны не затрагивают души. But as we told before, Guru Maharaj is telling, chayabas, chitabas, the shadow-like soul appears under the influence of the modes of nature. Но, как объясняет Шрила Гуру Махарадж, чидабхас, чаябхас – это тень души, теневая душа, эта часть кажется находящейся под воздействием материи. Like one of the most stereotypical images of India is the Taj Mahal. Например, один из классических образов Индии – это фотография Тадж-Махала. And if possible, the photographers, they like to show the moon reflecting on a pool of water in front of the Taj Mahal. И обычно фотографы, снимая Тадж-Махал, стараются подобрать кадр таким образом, чтобы светила луна и было видно отражение луны в бассейне, который находится перед Тадж-Махалом. So if we look at that reflection and say we take a stick and you touch the reflection, you'll see that it starts quivering with the rippling of the waves, it appears to move and become distorted in many ways. Если мы, глядя на это отражение луны в бассейне, возьмем палку и начнем колебать воду, начнем пускать волны, то мы увидим, что отражение луны начинает колебаться, искажаться, разрываться под влиянием этих волн. But the actual moon is fixed in one place, unaffected by any of that. Но сама луна остается в том же самом месте, и ее это не колебает. But it's shining or reflecting on that circumstance. Ее это не колеблет, она лишь светит, отражает себя на этих поверхностных обстоятельствах. So, janma mrityu, jara vyadi, all the different conditions, stages of life, they appear to be happening to the soul who's reflected into the objective world. Поэтому рождение, смерть, старость, болезни, все эти поверхностные аспекты бытия, кажется, что задевают душу, когда она отражает себя в этом мире. So he thinks, I'm being born, I'm growing, I'm getting older, I'm getting diseased, I'm dying. И тогда душе кажется, она думает, я рождаюсь, я старею, я болею, я умираю. But, you know, на джаяте мрияте ва кадачин, наям бутва бхавитаба набуяха, аджо нитья сашватаям пурано, наханите ханимане шарире. There's no birth, death, old age or disease for the soul. Но на самом деле душа не знает ни рождения, ни смерти, ни старости, ни болезни. And then we think, well, then what's happening to us? И тогда мы можем задать вопрос: хорошо, но что же тогда происходит с нами? That's why we're a little bit in anxiety. Вот почему мы несколько беспокоимся. Because we're so riveted to identifying with our bodies as ourselves, every gray hair is, putting us in illusion and anxiety. Мы настолько ограничены осознанием себя только этим телом, мыслью, тем, что мы и есть это тело, что каждый седой волосок, появляющийся на нашем теле, приводит нас в огромное беспокойство. Why trillions of dollars spent on cosmetics? Почему индустрия косметики тратит триллионы долларов? We could say, because intuitively one knows they're meant to be beautiful eternally. Можно ответить так, потому что люди интуитивно понимают, на самом деле они должны оставаться красивыми вечно. So we're watching ourselves deteriorate.
Но мы видим, что с возрастом наша красота уходит. But it's so slow. Но это it's так torturous. Медленно. Но это так медленно, это мучительно медленно. Like with time-lapse photography, if you could actually, as we see sometimes on the internet, they show someone aging within, you know, aging 50 years and 50 seconds. При помощи компьютерной графики, при помощи фотографии ускоренного воспроизведения можно показать, как человек состарится на 50 лет за 50 секунд. Then we're shocked. И это зрелище приводит It's нас в шок. To see all of that. Это удивительное зрелище. But actually, that's what's happening. Но на самом деле это происходит со всеми. So it requires some thoughtfulness to stop identifying with the body and bodily circumstances. Но необходимо глубоко задуматься, чтобы перестать отождествлять себя, связывать себя с телом и тем, что связано с телом. Have another concept of what is the self. Необходимо получить иное представление о том, кто такой я. And realize that self, they say, asango hyam purusha. It's never polluted by the modes of nature. But is misidentifying with the body and bodily circumstances as its own. И понять, что то наше настоящее я на самом деле никогда не соприкасается, не смешивается с гунами материальной природы, но лишь ложно отождествляет себя, считает себя этим телом и связанным с ним обстоятельствами.